Добрый вечер, мои дорогие любимые, вы не поверите, я опять на армянском кладбище. Вы даже себе не представляете, почему я, но узнаете в других видео. Так, сейчас посмотрю, что там ворота. Я даже не знаю, до скольки. Не посмотрела, да? В прошлый раз я вроде бы показала, до скольки открыто армянское кладбище. Показала, но не запомнила. А я иду дальше. Так, сейчас покажу. С этой стороны. Ну, наверное, я сейчас пройду до церкви. А люди идут. Вот мужчина пошел. Не знаю, может быть, кому-то. Сейчас я пройду немножко туда, до церкви. И потом вернусь. И вернусь, и увидите, куда я иду. Опять. Второй день. Я вот по этой дорожке, кажется, тогда в феврале свернула на эту дорожку и ушла влево, влево. И потом мне опять пришлось возвращаться на свою. Так, ладно. Там женщина просила показать могилу ее отца. Я не буду ходить по кладбищам, извините. Я вас очень прошу, извините меня. Я очень прошу вас, меня извините, но я не буду ходить искать могилы, простите. Простите, извините. Это я вот иду по делу, как говорится. Я не хожу по кладбищам. Я не буду могилы искать. Так что извините, извините. Извините меня очень, но нет. Там служба, что ли? Не пойду я туда. Вот этого я не видела прошлый год. А может и было. Тоже не помню. Так вот покажу издалека. Тоже красивая церковь. Я ее уже показывала. Прошлый год. Не помню. Те свои старые видео не буду пересматривать, но не помню. Было это или нет? Кто знает, пишите. Здесь, наверное, служба. Там много людей. Так, покажу немножко. И все, я возвращаюсь опять на ту тропинку. По той тропинке пойду. Тропинки по дороге той. Так, собака вот здесь уже. Ой, долган, смотрите. Здесь что это? Так, смотрите, долган. Михай Долган. Все, возвращаюсь. Тут собаки. Все, возвращаюсь, я иду. Не буду уже показывать одно и то же. Так вот. Обзор. Вот здесь Алдя Теодорович. И он. И Дойна. Алдя Теодорович. Все, всем хорошего вечера и не обижайтесь на меня. Я очень прошу. Кто там просил? Ну нет, не буду, нет. Извините еще раз. Простите, извините.